волновались сегодня? Да, очень сильно волновалась. Все-таки произвольная программа, она сложнее, прыжков больше. Еще костюм придавал немного волнения. Вот, но в целом для первого раза, конечно, неплохо, но могло быть лучше намного. Костюм очень оригинальный, такой вот прям жар птица, и очень подходит вам. Насколько вот сами довольны этим? Я очень рада, что все прошло хорошо, потому что над этим тоже много работали. На тренировках часто приходилось прокатывать в костюме, чтобы отработать все детали и меньше на это отвлекаться в прокате. Вот, поэтому я рада, что все получилось. Посмотрю видео, надеюсь, смотрелось красиво и необычно. Очень красиво, очень необычно. У всех девчонок есть какие-то домашние питомцы, ну, у многих. У вас кто? У меня две кошки и собака. Собака Бонни. И две кошки, одну из них мы этим летом подобрали, еще котенок совсем. Подобрали на улице? Да. Расскажите, как это было? На улице нашли, на дороге лежала. Маленькая-маленькая, она почти новорожденная была, и буквально неделя была, наверное, ну, примерно, там, понятное дело, точно не скажешь, прям совсем крохотная. Сейчас с характером, у нас хозяйка в доме. Как назвали? Мафия. На самом деле, да, вначале казалось, что ну как, маленький-миленький котенок. Но вот пришло такое имя, многие были против. А сейчас мы поняли, что самая настоящая мафия. Имя оказалось говорящим. Да. Через неделю первое соревнование. Что сами себе бы пожелали? На самом деле, даже ощущение, что ближе, потому что там пока перелет, уже совсем скоро улетать. Конечно, пожелаю себе чистых прокатов и поменьше волнения, получать главное удовольствие. Спасибо вам большое и удачного сезона. Спасибо. Спасибо.